Да. Сика. Еще много проходить. Угу. Ну ладно. А чё, где у меня? В смысле, ну... А. Я вроде с консоли играю. Нет. Я не с консоли играю, я забыл. Так, ну давай, ладно, продолжаем. Отстань! Как тебе много надо дамага-то, ему? Так, где базуки все? Тут вообще базуки были? Хорошее место, кстати. Было бы побольше патронов. А тут есть еще? Так, зелье, вилки. Вилки неплохо. Хилка. Блин. Чё ты, Феонор? Постой. Блин. А вон еще базука, 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 базука. Мое. Ну и че, как мне с вами справляться? Отстань. Ну отстань, пожалуйста. Это базука, где там моя базука? Давай. Иди сюда, пес. Иди сюда, я тут. Я тут, иди сюда. Спавлю в чат. Ну. Эй. Да хорош. Чё ты за мной ходишь? Да блинский. Я подожду здесь, я подожду здесь. Чё тут муравья больно много стало. Убил. Найс. И спас пацана. Три. Три выстрела. Так, еще и ключ взял. Ого. Так, а где он нужен ключ? Где-то, наверное, сверху слева, по идее. Ну вон он снизу, а как к нему попасть? Пройти через верх как-то? Да вроде нет. Не надо! Не надо! Отстань.
Капец какой-то. Сейчас я только дойду, да, он опять заспавнится. А? Не, смотри. Ой, еще базук. А можно взять ее отсюда? Отстань, игра. Блин, а как туда попасть-то? Чё-то я вообще дорог не вижу туда. Чё-то бред какой-то. Как туда попасть? Ну вот я в самом низу. И чё, и как? Так, не вариант. Игра, извини, я не могу так. И так не могу. Как туда попасть? Такое. Чё? А где проход-то реально? Чё? А. Окей. Спасибо. Это помогло. По диагонали, блин, прыгнуть. Чё это такое там было? What up? И туда никак не попасть. До свидания, игра. Ну, вот на этот уровень была такая тактика. Не знаю, как еще можно было там по-другому. Гроулс. Вой. Так, где газонокосилку сразу сходу? Давай мне. Так, одну девчонку взяли. Я думал, ты спать ушла. Упс. Чего? Да, ушла. А прям тебя вижу в чате. Что за магия? У меня варианта нет другого. Турдум. Окей. 27. Dances with werewolves. А, нет. Ненавижу оборотней, то ненавижу не этих оборотней. Ненавижу этих оборотней, я ненавижу этих оборотней. Лол, я думаю, почему оборотня убивает вилка с первого выстрела? Серебро ядрить. Ну. Чё-то я об этом не подумал. Так, нет, не смей. Изи-пизи.
Значит, вилки полезны. Угу. Окей. Пометь вампир. Ой, вампира еще, ё-моё. А, я вампир. А есть чеснок? Есть в этой игре чеснок. Может, я просто... А, нет, крест. Может быть, крест, кстати. Ох, я ядрил. Че? Это открывается? Так, одного спасли. Оу. Оу. Окей. Подожди, эти штуки открываются или что? Да. А как? Не понимать. Ладно. Че, внизу? А, внизу меня закрыло просто, да, класс. Блин. Да я лечусь! Алло. Еще один ключ. Почему тут так много ключей? Так, я вижу вампира. Убил, что ли? Хе, убил. Нет, не убил. Может быть, это типа как святая вода будет? Рискуй. Рискнул. Удалось. Так, ой, тут бесконечно или что? Лол. Да слышь ты, эксгибиционист, задрал уже. Что-то не дохнешь-то никак. А, все, у меня жизни кончились. Замечательно. Еще мне всю эту билиберду заново проходить. Ой, дрить. Мозгу холодно. Бывает. Эту билиберду заново проходить. Здорово. Принципиально, чтоб я за девчонку играл, ну, за пацана. Хочу за девчонку играть, чё.
чё это такое было сейчас? Слушай, достаточно много, я по нему попал сейчас. Иди сюда. Окей. Ты что, ванап-то можно как-то прицепить к себе? Подожди, а почему один-то? А, я же взял одного. Так, серебро. Хорошо. Так, хилки вижу. Мороженка можно соворовать. Ну-ка. За на того огромного ребенка хочу играть, да? Ходить, топтать просто. Так, 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 так. Где газонокосилочка моя, моя? Оп, тарарап. Моё? Ну-ка. Там хилка какая-то лежит, как её взять? Мяу-мяу. Что это такое? А. Херня какая-то. Хилку давай сюда. Давай хилку сюда. Я видел, она тут. Я видел, она тут. Давай сюда. Еще не могу ударить его. Черт. Мяу-мяу. Хорош. Ребят, конфета большая мятная. Хорошо. Это очень хорошо. Из-за зомби? Ну тут можно этот жахнуть. Зелье, если оно рандомно плохо сыграет, то ты превратишься в зомби. Будешь ходить какое-то время с зомбиком. Ты зачем это выстрелил-то? Я вообще нет хотел. Любишь мятные конфеты? Да. Нет, 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 нет. Иди сюда. Сика, иди сюда, говорю. Сика, нет, не смей. Блин, одного убили. Фак. Есть мятные конфетки вот. Давай, вампир. Сика, сика, вампир. Сика, 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 вампир, сика. Зря. О, хера. Зомбика мороженым убил. Нормально.
Угу. Но не все открываются, я так понимаю. Чё ты не кидаешь-то? Кидай давай. Может, мороженым? Так, а давай мы с тобой здесь будем драться. Ты же можешь сюда? Потому что туда я не хочу, потому что там зомби. Блин, а тут этот дебил. Рискну. Твою мать. Херово рисканул. Все, он это ушел или что? Ну, кто-то улетел. Прям резко улетел. Твою мать, что ты сделал? Да я думал об этом, может быть, святая вода нужна действительно была. Но я вроде подкидал в него, толку никакого не было. Ох, ё. Ох, ё. Ох, ё, ох, ё. А, ты опять здесь? Оружия нет вообще. Ключи тоже черные кончились. Вижу, вот один лежит. Плохо. Все очень плохо. Ху-ху. Бери. Плевать. Пойдем. Пожалуйста, пароль. Вампир уничтожен. Да, я уничтожил вампира. А я хорош. Ае. Есть курить. Так, QNKR. Проблема в том, что у нас один остался. Конка. Может быть. Более шокирующий, чем уровень 28. Уровень 29. Вечеринка в доме зомби. Хилку вижу. Ты идите. О, нет. Блин, у меня ничего нет. Вилки бы сейчас реально не повредили бы.
Там просто, судя по звуку, оборотень где-то шляется. На, класс. Один, блин. А ты не наглый, слышь? Ну ты неубиваемый говно. Отстань. Отстань. Иди погуляй где-нибудь. Уйди. Да уйди, говорю. Отстань. Там гамбургер. Еще одна хилка. Что это все он открывал? Это не я. О, братан, давай. Let's. Эй. Я тут. Смотри, я тут. Иди дальше по своим делам. Спасибо. Так. Спасибо, я пройду дальше, да? До свидания. Так, чего мне надо-то? Блин, базуки нету. Да, в жопу разница, собственно. Если у меня базука нет, у меня базуки. Не смей. Не смей. Иди сюда. Опасненько было. Что там за фильм был про гигантского младенца? Дорогая, я увеличил детей, наверное. Или я уменьшил детей два. Не знаю, как правильно. О, это этот уровень, да? Надо будет на крышу уходить вроде бы. Должна быть базука где-нибудь, по-любому. Отстань. Отстань. Отстань, говорю. Кыш. Так, и чего? Сика, павук, павук. Ключ. Еще один ключ. Нахер мне все эти ключи-то, дай мне базуку. Чтоб я уровень дальше смог пройти. Так, вот здесь можно. Можно здесь? Нет, нельзя, вот тут можно. И что здесь можно? Да ничего здесь нельзя. Ошибись. Почему нельзя зайти-то здесь? Блин, и чего делать? Капец. У меня реально нет базуки, ничего. Это окно надо пробить. СМР отчик. Фигушки.
он. Put that cookie down now. Игра. Я все понимаю, но, блин, у меня нет базуки, я не могу стены ломать. А, соответственно, я не могу дальше продвигаться. Что за бред-то? Что-то бред какой-то. Сколько у меня жизни? Одна? Потратил. Потратил ключ на дверь, которая не нужна. Зашибись. Зашибись. Прям огонь вообще. О, это что такое? Еще два ключа. Здорово. Деньги. Класс. Враги. Класс. Супер. Так, это куда? Базука лежит. Базука лежит. Любопытно. Еще два ключа. Мне бы вон ту базуку. Чего? 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 Окей, я вижу хилку. Ты оху... Ты охерела, игра? Чё это за бред был? Она даже на экране не была. Ну, конечно. Конечно, да-да-да, заново все уровни. А чё бы нет? Чё бы нет-то, да? Чё бы нет? Класс. Ладно, хер с тобой, игра. Хер с тобой, игра. Q-N-K-R. Троллит она. Вот она так любит делать. Особенно, когда один остается кто-то. Все, это прям... Не убил врага, он просто начнет рандомить в разные стороны и попадет в нее. Он топор кинул в нее. Я больше, чем... Чё? Сразу вот так вот, да? Нормальная хрень. Да ладно, здесь ещё и вы. Я зря это делаю. Да ладно. Террор на 13 этаже. А, мы так быстро дошли до сюда. Ну, ладушки. Не дрить на безбашенный. Повезло. Так, осталось вспомнить, где это было, и прийти туда. Здесь, да? Вроде бы здесь. Знаешь, как эта игра адаптируется под тебя?
Если у тебя ключей не хватает, она тебе ключи начинает подкидывать. Если ключи есть, патроны есть, она начинает тебя троллить. Лучше бы она все время меня, знаешь, подыгрывала. Было бы неплохо. Ну, чего ты идешь за мной? Не ходи за мной. Ты думаешь, я что-то вообще успел сделать? Я вообще нихера не успел сделать. Все, гейм-овер. Просто. Я даже не добежал. Ее просто убили. Неадекватная хрень какая-то. Че вот? Нифига это не Конкер. Конкер пишется через С. Great and mighty Pooh, I'm gonna throw my shit at you. Боже, какая отвратительная песня. Сика. Ну. Ха. Так. Ну, конечно, обидно. Ты же просто, знаешь, я даже, ну я реально, я не вижу. Я не вижу, где эти скоты сидят. Так, возьму это. Пойду назад, сюда. Хитрожопая игра, блин. Да ну это нечестно, ну что за бред-то второй раз уже? Там просто паук респаунится, и он ее убивает. Как я должен туда подойти? Игра. Ну это чушь какая-то. Я туда просто подойти не успеваю. Вообще никак. А другой дороги туда нет. Ты бредишь, игра, или где? Хорошо, давай сделаем иначе. Ты хочешь херней заниматься? Давай я буду херней заниматься. Какой это уровень был? КНКР? Серьезно? А если я ресет сделаю? Или оно все время мне дает одного выжившего только. Я что-то. Не, ну а как мне... Как, вот чисто теоретически, как мне туда успеть попасть? И почему все пароли на одного выжившего? Блин, иди нахрен, чувак.
Проблема в том, что он, возможно, может там просто респавниться постоянно. Вот, вот в чем проблема. А это уже, ну, бред полный. Шкуби-да-бам. Сраный паук, блин. А. Хм. Я нашел базуку. Внезапно. Можно я пройду через верх? Вот тут. Не смей. Вот и откуда он появился в прошлый раз? Вот откуда? Бред такой. Там же нет никого. Откуда ты появился? Ну, либо это тот чувак с топором просто кинул топор. Он все время кидал топор в нее. Так, что на ужин? Я не знаю. Сейвет. Давай. Приготовьтесь к большому террору. Гигантские муравьиная ферма. О, боже. Звучит не... не очень. Не? Вон. Чего ты лезешь сюда? Не надо сюда лезть. А они с крестом, когда я день дамажишься, не могут, не пойму. В который раз замечаю, что меня пытаются бить. Так у меня был ключ, нет? А, это было в другом, в другой попытке. Реально я с крестом бессмертен? Ха! Интересно. Че? Спокойно. Ай, в смысле? А вон ключ. Ладно, окей, вижу. А ты вообще убиваться-то будешь, нет? Что охерел совсем? Чего там можешь ему насрать? Так, проблемка. Хера там надо приложиться к нему. Да вы дохнуть сегодня будете, нет? Чё за... Да к... Ай-яй-яй-яй, ну... Козёль. Так, и чего тут? Абсолютно ничего. Ладно. И сюда нельзя пройти.
Чё, подожди. Что-то я не вкуриваю. А куда тогда надо идти? Ну как бы мне надо на ту сторону, а как туда попасть, я не понимаю. Что? Да, что? Перестань заставлять меня тратить патроны. Просто так, на ровном месте. Как дальше пройти? Да тут нет ни хера проходов, алё, игра, ну это нечестно. Ну конечно, да-да-да-да-да, ещё красный муравей за мной будет бегать. Бесит то, что они респаунятся бесконечно. Чё надо-то? Как? Куда? Я не понимаю. Дверь взорвать вроде бы нельзя. Что-то здесь? Отстань. Какая-то. И здесь тупик. А куда тогда надо-то? Чего? Там тупик, здесь тупик, там тупик. Да сколько у меня предсказаний-то сегодня? Уже все вроде бы. Че? Это куда ты берешь? Ты читер что ли там? Откуда-то берет предсказания. Их всего 8 должно быть. Я уже за сегодня штук 16 лыжил. Камон! Как туда попасть? Да тут нет прохода. Ни снизу, ни сверху. Говно какое-то. Все патроны, блин, уже израсходовал. Ну не скажешь же ты мне, что здесь есть какой-то проход волшебный. Конечно скажешь, почему нет. Отстань. Сейчас. 2 ключа аж нашел. Хера. Хера. Отстань. Отстань. Ну там был еще один проход. Ну я что-то возвращаться мне или нет. Сейчас просто все хп всру. Пойду возвращаться. 33. О! Найс, пароль новый. Хорошо. Придется возвращаться в эту срань. Это H? Надеюсь, это H. Предсказание 33.11. Хорошо. Хорошо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Не вслушиваясь в слова о братской любви и традициях добрососедства, Феанор понял главное. Кораблей ему никто не даст, и вместо 2 зайцев теперь придется убивать эльфов. Причем в количествах гораздо больших. Кораблей ему никто не даст. Фаруй. Фаруй. I cheat, I lie, I steal. Ну?
Уровень 33. Рыба и крипта. Чё-то типа того. Там не воруй, там убивай. Что, я успею? А, окей. Классный уровень. Спасибо. До свидания. Окей. Дальше, дальше. Следующий уровень. Бензопила-маньяк. Щит. Они не могут сюда попасть, да? Ты дура, что ли? Блин, жизнь. Лол. Вот она припадочная, короче. Прыгнуть решила. О, боже. Их можно взять, когда они только на земле стоят. А она такая меня увидела. Ага, и прыгнуть решила. Чё-то нас обоих не зарубили. Только я, блин, пострадал. Это не один из тех уровней. Да, это один из тех уровней. Не смей. Он мог сейчас их просто без проблем убить. Хочу найти одну строчку, если она там есть вообще. Монстрофобия. Уровень 36. Отойди, пожалуйста. Ты мешаешь мне пройти, пожалуйста, дай я пройду. Ну, боже, нет. Нет, 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 пожалуйста, нет. Что-то сыкотно. Молодец! Отстань. Отстань, говорю. Да что ты лезешь-то ко мне? Упс. Да ну, не застревай, пожалуйста. Блин, я не взял огнетушитель. Фак. Где? Что-то я в упор не вижу того, кого мне нужно спасать. И вообще в итоге вернулся в самое начало. Здорово. Ну и где? Ну не по центру же. Или по центру все-таки. Чё, где?
Да ты что здесь делаешь нахер? Иди в жопу. И тут я был. Где? Где этот? Алло. Где пацан-то? Чё-то я... Или не пацан, кто там? Где тот, кого мне нужно спасти? Камин вот потушил. Вообще молодец. Хозяйственный дрить. Давай. Бессмертие. А, тут можно было дальше идти. Вот только зачем? А, вот здесь можно было дальше идти. Так, и что? Не понимать. Куда-то вниз. Геймовер, нет? Твою мать. Главное, что мы тот уровень прошли. Самое главное. С этим мы как-нибудь разберемся сейчас. Так, что там? SD, HM. SD, HM. Окей. Та-ра-ра-ра. Тру-пу-пу-пу-ру. Че? It doesn't matter, какую строчку там хочешь найти. Это it doesn't matter. Так, а чё, сколько там? Ну-ка. Какого уровня? Дадут на 37-м? Не, вдали. На каком дадут? Что-то я ни хера не понимаю тут с этим паролем. На одном сайте одно пишут, на другом сайте другое пишут. Тут вообще что-то написано, на 36-й уровень есть пароль.